Что касается этой российской заразы, Господи, помоги нам. Не будете бороться с коррупцией, превратитесь в мерзких, грязных крыс. Мне больше нечего сказать. Скажите, он умер или вакцина подействовала? Подпиши, и сразу превратишься обратно. Вы отказались от всех своих грязных доходов. Станьте настоящим сенатором для народа. Он может превратиться в крысу. Убить его! Дайте мне изуродовать его! Отпустите меня! Убил их! Верно. Это так похоже на мою собаку. Стоит только дать ей кусочек, как она требует целую миску.